зашиваю кошмар, да? Чтобы зимой это сделать. Супер. Надо выкладывать все-таки в этот сам, Серега, в YouTube, надо не стесняться, надо Чем? Почему? Вот той стороной гоняю. Так я и не понял, почему. Вчера кровь. Я тоже на желто-черную ловил, но там возле леса. Это одно время хорошо, я попал на выход. Ну попробуй тебя там у него прям по мелкоте. Только таким надо, чтобы по мелкоте еще. У тебя есть мелкий? Да я ловляю уже. Не ловлю? Почти что месяц. Нет, а ты ловил там два лишь. А то поотвивал. А того одного попросил достать, пока дошли, они гуси поснимали уже с червяка. Кого? Там червяки, во, бля. А как ты называешь вот эти вот камыши? Камыши? Черед. Черед? Да. Вот, да? Да вообще, это я на такие ловлю, капец. Да? На. Я сейчас сниму. Спасибо. Я такие ловил, только у меня спина черная была, только тут приезжали одни, дотягали. И поводок на выровняешь, и вот так вот выровняется. Ну, долго не будешь ловить, вытянешь потом. Это на живца какой? Не, это стальной, из полевки называется. А. На рынке полевка мы сами делаем. Спасибо. У меня дед, знаете, чего делает? Палатки на живца такое делает. Да? Из того. Суликов, знаете, вот он натягивает. А, так то толстый, наверное, получается. А? Проволока толстая. Чего? Она такую ловит. Ну, такую тоже хорошая. А? Ну, такие светленькие. То есть... Настоящий, да, надо ставить? Ну, похожий. Скупились капец. Я спиннинг он на базаре за 230 купил, уже ловил сколько. Я такой брал, чтоб нужно было нормально выдержать рыбу. Да? А разве таким не выдержишь? Я не знаю, тут один приезжал с кивиком. Такой, шестой класс. Да? Так, кинул. Мне тяжелый через катушку, а так легенький. Кидаю вот таким, вот кидаю, я до него прихожу, глядю, съедя с переломанным. Каже, за лапу зацепился, дернул и переломал. За 1500 купил. А, это он-то раскладной, а? Да.
А нет, вон туда. Ну, в колено. А тот еще легче. Вот этот вообще легенький, да? Да. Он же выдерживает все, что можно. Да. Я был в Донецке за 3000 дал спине. Капец, как леска тонкий. Да. На что я готов куплять на окуне? Там один от 1 грамма до 5. Все. Больше можно спиннер переломать. Че и бегает собака? Подбегает под нос. Вытягивай, зараза, такого бы плеща вытянула. Забрала и побегла. Блин, так, Андрей, я закрываю, да? Да. Сереж, ты не кидаешь, нет? Thank you.
надел телевизор. Так а ты ж на резину, что я там взял. Ой, не мог. Я вот на уеду вот выйду. На уеду? На маленькую. Здоровые вешал, не отныне туда. А? Здоровые вешал, кину, не берите все, а эту поставил один за одним. Начинаю ловить, так нельзя. Одну вытянешь, и весь рой летит. Ничего себе. То есть на что делать? Злые, да, они? Злые. А летом ловится? Хорошо здесь? Ловится. Плотва белая. Я там вытянул одного нездорового, такого грамм 200. И три штучки сорвалось. Один меньше. Окунь? А кушки? Щупачки, да? Ну, такие уже. Один как два, такой. Да? Ну, дотяну с очка не брал. Дотяну им такой вот, как почка. Поняли? По лопухам яблоку летом. Такая на ямочке кидаю, на дно пустил, только начинаю поднимать. Ну, я День состоялся. И так. Не, стой, держи. Это мой друг, типа. На двоих. 2300. 2300, да? Понятно. 3,30. 3,3. Да-да-да, вот так. Отлично. Сошла, Андрюха, не меньше, чем оце. А? Сошла, наверное, не меньше, чем оце. Я вообще, чтобы она тяжелее была, открывал ее рот и туда воды наливал. Тут один бы я жал. Одни вязы берут, вешают шуб. Показывай 5 килограмм. Вторые берут, вешают килограмм по плану. Ты хочешь сказать, что у тебя не весы не платят? Нет, третью берут 3 килограмм. Вот потом четвертый 3 килограмм. А покажи, что у больше, ты что? Тут весы Thank you.